Самая горячая пора для будущих защитников Отечества уже позади. Более 3 месяцев напряженной работы, медкомиссии и разъяснительная работа. Осенний призыв официально завершился. Более 360 парней из нашего города отправились служить в воинские формирования белорусской армии. Бобруйский контингент представлен во всех без исключения родах войск. К слову, 50% призывников предоставлено право отсрочки. Самое популярное для получения образования. Все мероприятия по призыву у нас прошли в точном соответствии с законом, с планом проведения мероприятий призыва и с решением городского исполнительного комитета о проведении мероприятий. Хотелось бы пожелать родителям солдата не волноваться, все будет хорошо, встречайте своих сыновей на присяге. Вот, но солдатам пожелать счастливой службы. По традиции, по окончанию призывной кампании в белорусской армии стартовал новый учебный год. В военном ведомстве отмечают, главная задача – совершенствование подготовки командующих и других должностных лиц. Основные усилия будут сосредоточены на обеспечении военной безопасности страны. Военнослужащие также активно будут участвовать в подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.